Мнение болельщика, Анатолий Александрович, первые впечатления о КФЛ 2019? Ну, первые впечатления, что такое масштабное мероприятие, это хорошая организация, ну и есть на что посмотреть. А на что посмотреть и, самое главное, на кого? За кем пристально следите? За какой командой персонально? За кем? Ну, конкретно я слежу за Успенским. У меня там сын, поэтому как бы предпочтение вот этим матчам. И три игры, три победы, пока Успенская радует? Ну да, можно сказать, они уже как бы одной ногой уже вышли из группы. Ну и там в дальнейшем уже, как бы говорится, нужно еще немножко добавлять. А если говорить о других командах, то кто из них понравился, если успели посмотреть? Ну да, была возможность такая, ну, как говорится, лидер там, я считаю, где-то, ну, ЦДК, Титан, вот такие вот команды. Практически с 8 часов вечера до 12 ночи в такую хорошую погоду футбол на Сетунь-парке. Что еще нужно болельщику? Болельщику? Ну, по-моему, все есть. То, что нужно, все есть. Хорошая атмосфера, то есть очень прекрасно. Даже могу посоветовать, чтобы приходили люди и отдыхали просто здесь, смотрели футбол. Ну что ж, будем наслаждаться футболом. Спасибо. Вы откуда, из Магадана? Да, из Магадана. Сколько летели? 8 часов. Как вообще, как у вас, сколько разница-то во времени сейчас? 8 часов разницы. Ну, я слышала, что чтобы долететь до Владивостока из Магадана, надо 2 часа. Но у вас постоянно есть билеты только через Москву. Есть такое. Не устаете от таких несправедливостей жизни? А мы так не делаем. А как ездите до Владивостока? Ну, либо во Владивосток, через Хабаровск летаю. Ну, что, как в Москве отдыхать? У нас в прошлом году была команда из Владивостока, и они сказали, что они устали от Таиланда, им нравится в Сочи. А вы как? Здесь очень все хорошо. Ну, и погода прекрасная, в отличие от Магадана. Сейчас у нас... Сколько градусов-то в Магадане? Сейчас плюс 12. Как на турнире, как играете? Пока 2 победы и 1 поражение. Если завтра выиграем, выходим из группы. А у себя вообще какие у вас успехи? Сколько у вас команд играет? Расскажите немножко про ваш чемпионат. В нашем чемпионате в этом году участвовало 12 команд. И из 12 команд мы, нашей команды, заняли первое место. Конкуренцию, в принципе, у нас составляют всего 3 команды. Но и то это конкуренция на нашем уровне. Если честно, большинство команд данного турнира на уровень нас выше, но... Победу сегодняшнюю с командой «Полет» исключительно за счет выдержки плюс, ну, физической готовности она дала о себе знать, но больше характер. А если КФЛ перенести в Магадан, как вы думаете, сможете всех обыграть за счет погодных условий? Да. Тогда в следующем году мы ждем, ждите нас, мы приедем. Удачи вам, спасибо большое.